Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1505. И нам нужно сравнить площадь круга, радиус которого 6 сантиметров, и площадь прямоугольника со сторонами 6,5 сантиметров, то есть 6,5, и 1,4 дециметра. То есть вот на этот вопрос нам нужно ответить. Ну, чтобы сравнить, давайте найдем площадь круга и площадь прямоугольника. Для этого вспомним формулу нахождения площади одной и другой фигуры. Чтобы найти площадь круга, нужно пи. Это постоянное число, равное 3,14 умножить на r в квадрате. Чтобы найти площадь прямоугольника, нужно найти произведение его двух смежных сторон. Ну и еще обратим внимание, что одна сторона прямоугольника измеряется в сантиметрах, другая в дециметрах, и нужно все перевести в одинаковые единицы измерения. Дециметры будем в сантиметры переводить. И так как в одном дециметре 10 сантиметров, то чтобы перевести дециметры в сантиметры, нужно умножить на 10. 1,4 умножаем на 10, получаем 14,14 сантиметров. Ищем первым действием площадь круга. 3,14 умножаем на 6 в квадрате. 6 в квадрате – это 6 умножить на 6, то есть 36. 3,14 нужно умножить на 36. И выполним это умножение в столбик. Умножаем, не обращая внимания на запятую. 6 умножаем на 314, 6 на 4 – 24, 4 пишем 2 в уме, 6 на 1 – 6, и 2 в уме – 8, и 3 на 6 – 18. Теперь 3 умножаем на 314, 3 на 4 – 12, 2 пишем 1 в уме, 3 на 1 – 3, и 1 в уме – 4, 3 на 1, то есть 3 на 3 – 9. Складываем. 4, 8 и 2, 10, 0 пишем 1 в уме, 8 и 4, 12 и 1 в уме, 13, 3 пишем 1 в уме, 1, 9 и 1 в уме, 11. И 1, то есть 2 знака запятой, потому что в числе 3,14 было 2 знака после запятой, отделяем и получаем 113,4 сантиметра в квадрате, это площадь круга. Вторым действием найдем площадь прямоугольника. Для этого 6,5 нужно умножить на 14. Тоже выполним умножение в столбик. И 4 сначала на 65 умножим. 4 на 5 – 20, 0 пишем 2 в уме. 4 на 6 – 24 и 2 в уме – 26. 1 на 65 – 65. Складываем. 0. Сносим 6 и 5, 11, 1 пишем 1 в уме, 2 и 6, 8 и 1 в уме, 9 и 1 знак запятой, отделяем, получаем 91 сантиметр в квадрате, это площадь прямоугольника. Ну и теперь сравниваем 113,4 и сантиметра квадратных. И 91 сантиметр квадратных. Первая величина больше, чем вторая, поэтому площадь круга будет больше, чем площадь прямоугольника. И выполнили задание 1505. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.